Привет, народ! Сегодня 18 апреля, самый разгар пандемии. Сегодня покажу вам, как мы самоизолируемся. Сегодня мы выехали ловить рыбу. Но если вы помните, я вам говорил, что сезон рыбалки закрыт. Но можно ловить сетями определенный вид рыбы. Рыба называется на английском сайкер, на русском чукучан. Ловить ее можно, потому что количество этой рыбы просто немерено. Да, сорная рыба. Сразу же хочу сказать, что все, что мы делаем, это в рамках закона. Мы закон не нарушаем, не браконьерим. Берем только то, что нам нужно. Потому что нам не нужно выпускается обратно. Также рыбы, которую нельзя брать, например, щука, как вы видите в видео, не достается. Пытаемся даже не доставать из воды. Со мной мой верный оператор Сережа, он же Джим Хокинс. Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий. Привет, ребятки. Вообще на сети запрещено у нас рыбачить. Единственное, индейцам можно. Самое интересное, индейцев нельзя называть индейцами сейчас. Они даже уже не аборигены. Они приняли то, что они тоже пришли в Северную Америку из Азии примерно 6 тысяч лет назад. Теперь они называются первой нацией. Если их называть индейцами, они очень обижаются. Скажут, что вы расист. Они единственные, кому можно ловить сетями. Но, к сожалению, они тоже очень часто браконьерят. У нас можно ловить с очками. И, по-моему, все. С очками да, можно. Только с очком можно ловить. То есть сейчас на удочку запрещено ловить. Во всяком случае, в этом регионе. Есть регионы, которые более северные или северо-восточные. Там можно ловить и на удочку. Но там, где мы живем, в южном регионе Манитобы запрещено ловить на удочку сейчас. Запрещено брать рыбу, которая не сайкер. Потому что рыба идет на нерест. Потому что, да, сейчас время нереста, рыба идет на нерест. Скорость надо забросить. Рыба идет на нерест, чтобы не мешать рыбе. И чтобы популяция рыбы не упала на следующий год. И следующее поколение рыбы существовали. Запрещено рыбачить, кроме чукучан. На английском сайкер. Сайкер он называется, у него рот повернут вниз, он по дну ходит и сосет. Сайкер это сосун. Да, сайкер это сосун, он как бы засасывает еду, который вниз повернут. Что мы будем делать с сайкером? Что мы будем делать с сайкером? Если вы помните фильм «Форрест Гамп», там Буба рассказывал про креветки. Есть способ приготовить креветки жареные, вареные, пареные, бутерброды из креветок. Также и с сайкером. Можно законсервировать, можно закоптить, можно пожарить. Вообще рыба очень вкусная, но она очень костлявая. Можно сделать котлеты, можно засушить. То есть любое приготовление, где кости либо разъедаются уксусом, допустим, или там, где они пересыхают и становятся уже не такими твердыми. Сколько мы возьмем рыбу? Сколько мы возьмем? Столько, сколько в месяц, в два ведра. Мы взяли с собой два ведра, два пластиковых ведра и коробку. И коробку, да. Ведра мои, коробка Сережина. Все, что поместится, посмотрим. Если получится переработать, переесть, все, за неделю проедем на следующей неделе еще раз. Больше, чем нам надо, мы не возьмем. Конечно же, мы не сможем съесть всю эту рыбу за неделю. Часть рыбы заморозится, и будем есть в продолжении всего года. Да, потому что на сайкера есть небольшой период в году, когда можно его поймать, так сочку. Как-то так. Вперед. Окей. Thank you.
Вот здесь. Сереж, Сереж. Хочешь, поменяемся? Вон они, вон двое побежит. Да и бренд апстрим. Вот. Это щука. О, Ваня. Вау. Щуку выпускает. А сакеров не выпускает. Щуку брать нельзя сейчас. Жонглируй щукой. Вон она пошла. Рыба твоей мечты? Сегодня. Сегодня, да. А как по-русски сакер? Чукучан. Чукучана. Мы ловим чукучана. Полметра, да? Вот до сюда. Вот до сюда. Метров 30-40. Вот
Привет. Приветик. Знаете, сладкий. Привет, сладкий. О, вау. Чуки-чан. Чуку-чан. Хороший песик. Хозяйский. Good boy. Good boy, Сэм. Не просто так. Уже. Да, уже. Опа! От нас не уйдет. Пару ведер рыбы. If you can explain, I will do it. Can is amazing. You'll have to give us the recipe. Okay. Желаю всем здоровья, счастья, любви. Надеюсь, что мы переживем этот коронавирус. Выйдем из этого сильными, здоровыми и богатыми. И опытными. Всем пока.